заехали ему на крышу, и сейчас у нас попилит, покромсает. Да как так-то, чувак, вообще в железном корпусе? И замочил мне, опять перевертываешь. Да что ж такое-то, сколько вас там? И сейчас все повторится, ребята. Сейчас все повторится. Ух ты! Интересно, получится у меня замочить вот этого чувачка или нет? Да, ребят, вряд ли, конечно, получится у меня его замочить. Ну-ка, давайте, может, мы сейчас... Ох ты, мы оттолкнулись, смотрите, и уехали под стенку. Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем собирать крутые боевые тачки для того, чтобы сражаться с противниками в игре Cats. У меня здесь 4 открытых ящичка, при этом 2 из них имеют по 2 короны. Это мой косяк, и я сначала заработал 2 короны, а потом начал открывать ящички. И в итоге, когда ящики открыты, третью корону уже никак не заработать. Ну ладненько, давайте их все распакуем и посмотрим, что же у нас там внутри. Титан, зеленый титан. Ой, быстро промотал, давайте сейчас посмотрим. Титан, пила, дрель и это длинная дрель, я не помню, как она называется. Так, тут у нас приз какой-то, а это у нас золотой корпус Титан. Но у него всего одно отверстие под оружие, поэтому фигня. Так, здесь у нас диск золотой, шкив липкий, ковш однозвездный и Бигфут. Ну, в принципе, ковшик, я не знаю, надо посмотреть, сколько энергии просит. Возможно, я перейду на золотой ковшик. Так, а здесь у нас Бигфут, Титан, липкий диск, ракетница. Как-то, в общем, ребята, не очень. Ну и последняя коробочка... Лазер. Все военное. Все военное. Золотых ди... О! Вот это крутецкий, ребят, корпус. Наверное, мы сейчас в него и залезем. Хотя у меня там какие-то золотые корпуса приходили подобные. Просто у меня очень огромная куча деталей скопилась. И я их просто не смотрел. Там, наверное, ну штук 200 у меня деталей. И сейчас их надо все продавать. Ладно, давайте ради прикола отправимся в бой на старой машинке. Так, ну что ж, этого давайте, этого замочим, замочим. Да, ребята, есть, мы победили противника. Крутяк, интересно, как дальше пойдет. Так, перевертыша мы, наверное, вряд ли сможем одолеть. Сейчас мы к нему подъедем, и он нас покоцает. Хотя у него урон не такой большой, но... да. Опять перевертыш, да что ж такое-то? Ну все, ребят, мне опять хана. У этого еще меньше урон, но он нас замочит, потому что мы в него вообще не можем никак попасть. Да, ну что ж, пока что одна победа и четвертый бой, поехали! Чувак, матершины меня замочил. Так, здесь какой-то у нас цифровой чувак и тоже у него 2 ракетницы, да. 2 ракетницы, это такое сочетание, против которого я не вывезу, да что ж такое-то? Так, ребята, 7-й бой и 1 победа, такого еще не было. Может оно, конечно, и было в самом начале, когда я только начинал играть в эту игру, но это было очень давно. Да, сейчас нас покромсает этот чувачок. Давай, 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 стеночка. Эх, смотрите, там буквально 1 миллиметрик оставался. Стенка, в общем, не захотела нас выручать. Очень долго ехала. Ай-яй-яй, ну, здесь уже все ясно, все понятно. Видимо, ребята, придется мне от этой машины полностью избавляться. Она уже не актуальна, она устарела. Причем очень сильно устарела. Ну, один противник из 11, да как так-то? И перевертыши, ребята, смотрите, какая огромная куча, наверное, штук 5 их здесь, точно, вот, по крайней мере, из 11 боев. Так, 12-й бой, ай-яй-яй, все, закромсал, запилил своими циркулярочками меня. Так, что ж такое-то, опять титан, и все, ушатал. Ладно, последний, о, ребята, смотрите, у этого корпус вообще железный, и при этом он сейчас меня замочит. Ну это ж как это назвать, да? Да, вы выиграли один бой. Крутяк. Ну что ж, давайте отправляемся, сейчас посмотрим на те детали, которые у меня есть. Их просто огромная куча, я сейчас не знаю, как из этого всего буду убирать нормальное. Смотрите, сколько у меня комплектов энергии, потом комплекты хпшек, комплекты атаки, штук 7, наверное. Ну что ж, ребята, вот самые первые золотые корпуса, классика. Я ее не использую, в принципе, мне не нравится этот корпус. Так, дальше листаем. Пошли титаны. Один золотой титан, который только что пришел в коробочке был. 6000 хпшек и 10 энергии. Очень мало. А у этого, смотрите, 4000 хпшек и 19 энергии. Видимо, нужно много звездный корпус, чтобы столько энергии у нас было. Ох ты, ребята, смотрите, сколько золотых корпусов. 4 штуки аж. Правда, один так себе, потому что у него всего 2 крепления под оружие. А у этого, смотрите, 3 крепления, 3 колеса. Правда, 10 энергии и 5000 хпшек. Ну-ка, давайте соседний корпус посмотрим. У этого 2 крепления, зато 6300 хпшек и 9 энергии. Ну, энергии мы, в принципе, можем прокачать. А у последнего мне не нравится расположение колес. Так, ну что ж, давайте посмотрим еще, что у нас тут есть. Корпуса, военные. Так, ну что ж, проныра.
так себе, вот этот более-менее, но тоже так себе. Все-таки, ребята, наверное, будем использовать тот корпус, который имеет 6000 хпшек, который катер. Так, ну валун и 6000 хпшек тоже энергии вообще 8. Да, ну что ж, золотые пирамидки, ну это вообще стрёмно все как-то очень. Так, что у нас еще, какие корпуса есть? Нет, ребят, корпуса кончились. Ну что ж, ребят, давайте посмотрим вооружение. Так, что у меня здесь из золотого есть? Смотрите, дрели. Военные дрели, 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 дрели. Сколько вас тут вообще? О, вот, смотрите. Есть двухзвездная даже золотая дрель, но я их не использую, не знаю, куда это цеплять. Так, длинные дрели, как вы называетесь-то вообще? Жало, да, точно. Смотрите, есть одна звездная, золотое жало, тоже не знаю, куда девать. Так, вот у нас пилочка есть, давайте посмотрим. 300 урона, вот это, да? Но тоже пилу не использую, может задуматься об использовании пил. Так, ну что ж, лазеры тут дальше идут. Лазер. Ох ты, ребят, у меня есть золотой лазер, смотрите. 1600 урона, если честно, не очень, но его можно прокачать. Да, будем его прокачивать, наверное, пятизвездными деталями военными. Так, у меня есть две циркулярочки, одну я даже использовал, прокачивал. Да-да-да, 1500 у нас урона. Эх, золотых ракетниц у меня нету, так бы я, конечно, прицепил. Потому что вот эта ракетница, которая сейчас стоит, она урона имеет, по-моему, 1200 или 1300, ну очень мало. Придется мне, наверное, ее дальше использовать или на какое-то другое вооружение переходить. Теперь давайте посмотрим колесики, их просто огромная куча накопилась. Так, что у меня тут? Два сразу золотых ролика идут, потом два золотых шкива, потом есть вот такие липкие шкивы, ребят. Липкие колеса вообще прикольная штука, они прилипают, то есть они не дают машинку поднять, перевернуть. Прикольная штука. Так, еще есть золотые диски липкие, да. Ну и здесь два золотых обычных бигфута. Не знаю, есть ли они липкие такие. Так, здесь у нас, смотрите, реверс золотой и два золотых ковшечка. Смотрите, две энергии просят всего. А у меня сейчас ковшик, давайте посмотрим. Ох ты, 600 хпшек и 2 энергии тоже. Он в два раза хуже, чем золотые ковшечки, поэтому надо сейчас поменять. Еще есть у меня золотая вот эта колоночка, золотой импульс, 1700 хпшек дает и одну энергии просит. Вот такая куча деталей у меня накопилась. Теперь нужно из этой кучи выбрать самое ценное, остальное я продам или вкачаю в какие-то новые детали, которые мне нужны. Ну что ж, давайте возьмем вот этот корпус. Хотя нет, ребята, у него нет дырки под ковшечек. Как я буду без ковшечка-то жить? Без ковшечка это нереально. Давайте берем соседний корпус. У него, кстати, хпшечки на 1300 больше, но энергии на одну единицу меньше. Но это не важно. Мы сейчас комплектами прокачаем энергию этого корпуса, и все будет ок. Ну что ж, а теперь давайте нацепим колесики. Крутим, 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 крутим. Где-то у меня на катер там мое прокачанное колесо. Где-то есть-то. Ну, золотое колесо 1700 хпшки имеет. Это мало. Где мое колесико? Скутер, где ты там? Где ты, где ты, где ты, где ты? Смотрите, какая куча колес. Надо от них избавиться, наверное, чтобы потом не рыться в следующий раз. Так, вот оно, колесико. 3500 хпшечки. Плюс 20%. Ну-ка. 4800, вот этот крутяк, одно колесо. Ну а назад поставим, наверное, липкий диск золотой. Их тут два одинаковых золотых липких диска. Теперь мне нужно выбрать оружие и прокачать его. Ну и помимо этого прокачать колеса, корпус и все остальное. На это потребуется какое-то время, потому что мне нужно сначала продать ненужные детали, потом остальные ненужные детали влить в нужные детали. В общем, ребята, на это уйдет какое-то время, поэтому в этом месте у нас будет пауза. Ну что ж, ребята, вот такая тачка у меня получилась, 16500 хпшек и 5200 урона. Да, у нас еще одна даже лишняя энергия, зачем-то я ее вкачал. Так, ну что ж, давайте наклеечки прицепим. В общем, мы такие кошачьи пираты на корабле, так что бойтесь все. Итак, значит, корпус у нас 9500 хпшечки имеет, колесико 3500 плюс 20% хпшечки дает. Ракетница у нас прокачана по максимуму 1287 урона. Так, ну-ка давайте посмотрим, если мы в нее вольем. Плюс 510 это дает. Да, и просит 12 кристалликов или 230 тысяч монеток. Это очень дорого, потому что у нас двухзвездная деталь. Поэтому давайте, наверное, будем прокачивать лазер. Ну, это еще более-менее 30 тысяч или 6 кристалликов. Нормально сойдет. Вливаем. Фу, ну что ж, в общем, 5700 у нас получилось урона. Колесико мы прокачать больше не можем. Вот это колесико мы можем прокачивать. И ковшечек можем прокачивать. Вот такая крутая тачка у меня получилась. Ну что ж, давайте теперь отправимся ее тестировать в чемпионате. Там у меня всего одна победа, еще 13 противников нужно одолеть. Против нас опять перевертыш, давай, давай, давай. Эх, нет, ребят, не получилось у него улететь за борт. И мы заехали ему на крышу, и сейчас у нас попилит, покромсает. Да как так-то, чувак, вообще в железном корпусе.
И замочил мне опять перевертыш. Да что ж такое-то, сколько вас там? И сейчас все повторится, ребята. Сейчас все повторится. Ух ты, мы перевернулись и замочили этого чувака лежа на голове. Вот это крутяк. Так, ну что ж, здесь у нас такой же корпус, как и у нас. Катер, мы его замочили. Тут какой-то цифровой чувачок, и тоже мы его уделали. Ну что ж, поехали. Тут у чувака два лазера, наверное, вряд ли мы что-то сделаем. Да, он нас одного выстрела замочил. Пирамидка, пирамидка, давай! Есть, ребят, крутяк. Сколько у нас? 4 победы уже, вот это круто. Ну ладно, тут опять, смотрите, у нас чувачок перевернулся и лежит, отдыхает. Давай, стеночка, стеночка, да что ж такое-то, ребята, давай! Нет, не получилось. Не успела стеночка приехать. Так, опять перевертывать, да сколько же можно, но на этот раз у него корпус проныра, и все, нам опять хана пришла. Да, ну вот этого, ребята, мы должны, наверное, одолеть. Тут уже ничего он не сделает со мной. Олел какой-то. Опять перевертыш, да сколько можно-то, а? Лежи, чувак, лежи. Вот сейчас бы мы встали на месте, никуда бы не ехали. Но так же не получится, ребят, смотрите. Два липких колеса сцепились. Ай, мы колесо у него оторвали. Смотрите, он на каком расстоянии. И он нас замочил же опять же, да? Так, ну а с этим чувачком что мы будем делать? Смотрите, в нашу сторону гребет, гребет, и все, опять Джоу замочил нас. Да что такое-то? Да, ребятки, сейчас все намного сложнее, хотя, смотрите, вот этого чувачка мы замочили. Опять перевертыш, ну что ж с вами поделать-то, а? Ничего не поделаешь с вами, ребятки. И все, опять он нас сейчас запилил. Так, бой 14, а этого чувачка мы уже мочили, и опять мы его замочили, только уже в другом корпусе. Выиграно боев 7, еще половина противников, ребята. Да, что делать с нашей машинкой, я не знаю. Надо, наверное, ее прокачивать, или, наверное, я заменю все-таки вот это колесо переднее. И заменю его на такой же липучий диск. Ну, я его прокачаю, и он будет, в принципе, давать столько же хпшек. Но опять же, для этих целей мне нужно продать оставшиеся ненужные детали и прокачать это колесико и все остальные детали прокачать, чтобы у нас получилось столько же хпшек, сколько и было с тем колесом. Ну что ж, вот такая машинка у меня получилась. В принципе, разницы-то никакой, кроме того, что у нас переднее колесо теперь такое же, как и заднее. А хпшечки столько же, сколько и в предыдущей комплектации. Интересно, получится у меня замочить вот этого чувачка или нет? Да, ребят, вряд ли, конечно, получится у меня его замочить. Ну-ка, давайте, может, мы сейчас... Ох ты, мы оттолкнулись, смотрите, и уехали под стенку. Так, а вот этого с двумя лазерами вряд ли у меня получится его вообще одолеть. Так, 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 ну-ка, давай, давай, давай. Смотрите, мы его скинули и замочили. Есть, ребята, супер-дупер получил. Так, ну что ж, здесь еще один у нас перевертыш. Че мы с тобой-то будем делать? Ну-ка, может, мы на тебя заедем так же и замочим или как, или нет? Ребят, не получилось у меня этого чувачка замочить. Опять перевертыш. В общем, ребята, остались одни перевертыши, которых я не могу одолеть. И надо, наверное, менять корпус на титана. Да, но у меня золотого титана нету, наверное, придется использовать военных титанов. Так, ну-ка давайте на этого заедем, что ли? А нет, мы уперлись липкими колесами, и все, никак у меня не получилось через него проехать. Ну что ж, бой 7, опять перевертыш. Да что ж такое-то в железном корпусе? Сколько вас? И мочат же! Мочат же! Ай, ребятки, я думал, сейчас мы перевернемся опять на голову и замочим его. Но нет, не получилось у нас. Так, этого мы уже мочили, все, уходим отсюда. Ну что ж, мы заработали еще одну медальку, и осталось у нас еще 6 противников непобежденных. Так, давайте теперь изменим что-нибудь в машинке. Может, заменить колесико? Переднее колесо поставить более маленького диаметра, тоже липкий, кто у нас? Липкий шкив, по-моему, есть. Он 1600 всего. Так, минус 2300 к хпшечке. Ну давайте в него что-нибудь засунем еще. Что бы такого засунуть? Наверное, комплект хпшек. Так, ну-ка давайте попробуем. Плюс 1000 дает за 3 кристаллика, да запросто. Да, ну что ж, хпшек у нас меньше, чем было до этого. Ну я не знаю, давайте прокачаем еще лазер тогда. А, энергию я вливаю. Так, давайте прокачаем лазер. О, 15 кристалликов, ладно, зайдет. Плюс 500 к урону. Хпшечек меньше, урона больше. Ну давайте посмотрим, как это повлияет на результат. Так, перевертыш в железном корпусе. Лежи там, лежи, не дергайся. Сейчас мы на тебя заедем, переедем, замочим, застрелим. Ах, да что ж такое-то. То ли он меня застрелил, то ли пила меня засверлила. Вот этого чувака с двумя лазерами золотыми так и не получится мне его, наверное, замочить. Ну, этого я тоже никак не смогу на него заехать, потому что у него уж больно крутой угол стенки. Да, замочил меня.
Смотрю, ребята, вообще у многих стоят циркулярочки. Я циркулярку давно уже не использую. Я в основном использую оружие дальнего боя. Так, давай, давай, давай. Есть, ребят, мы затолкали чувачка под стенку. Фу, да. Все из-за того, что колечко просто меньше поставил. Так, а с этим что нам сейчас делать? Что нам делать? Замочил меня Джоу. Джоу какой-то. Так, Никсыксык какой-то. Ну, не знаю, ребят, получится, не получится. Сейчас что с этим провернуть? Может, стеночка? Стеночка! Эх, нет, не успела. Ну что ж, мы заработали еще одну медальку. Какой-никакой прогресс. У нас остались там в основном перевертыши, и для того, чтобы их замочить, нам нужен титан. Так, давайте, вот у нас два титана подходящих. 4000 хпшек, 19 энергии. Пятизвездный титан, ну давайте ставим. Других вариантов просто нету, чтобы победить этих перевертышей. Так, ну что ж, теперь выбираем колесики. Колесики. Ну давайте вот это колесико липкое возьмем. И скутер возьмем, который у нас много хпшек дает, который прокачанный по максимуму. Так, ну что ж, теперь вооружение. Вооружение, ну также лазер и ракетница, все стандартно. Или может второй лазер взять? Нет, давайте, наверное, все-таки ракетницу повесим. И ковшечек, ну что ж, стандартный набор. ХПшечка у нас уменьшилась, но в принципе она нам сильно-то и не нужна. Потому что у них, как правило, ХПшечки очень мало. Ну смотрите, 4 ХПшечки, и мы его на ковшечек подняли и замочили, крутяк. Но вот этого мы не сможем одолеть, потому что он не перевертыш. Под него я машину не собирал. Так, вот еще один, эх, у него получилось меня перевернуть, все, нам хана. Подкат, да, подкат. Давай, 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 эх, да что ж такое-то все. Еще чуть-чуть оставалось нам. Так, ну и вот этого мы сейчас поймали на ковшечек и замочили. Че, у нас есть что-то такое? Нет, ребят, все. Дальше у нас все остальные противники, которых мы уже победили. Плюс 2 медальки, и я на втором месте. Это, в принципе, круто. Ну что ж, ребята, вот такие вот дела. Надеюсь, у меня получится перейти на 16 этап. И на сегодня это все. С вами был Мобик. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.